Приветствую, дорогие зрители! Сегодня тема нашего видеоролика тушь для ресниц. Перед вами открыта страничка сайта AliExpress с очень высоким рейтингом и с очень большим количеством заказов. Судя по таким характеристикам, можно сделать вывод, что это самая, наверное, лучшая тушь для ресниц. Можно посмотреть характеристики, если есть желание, можно по ссылочке пройтись по видеороликам и почитать. А так мы делаем заявочку на эту тушь, ждем и смотрим, что из себя представляет эта тушь. Приветствую, дорогие зрители! Ну вот, наконец-то посылочка пришла. Сейчас будем с вами скрывать и смотреть, что у нас там пришло. Упаковочка в целости и сохранности, все в порядке. Чувствуется такая коробочка. Открываем аккуратно. Вот такая у нас красивая коробочка. Сейчас мы посмотрим, что у нас там пришло. Так, сейчас я посмотрю. Что у нас тут пришло? Это у нас тушь пришла. Немножко она очень долго шла, больше месяца. Ну вот, вот такая тушь. Черненькая, цветом заказа. Ну, сейчас мы будем открывать и смотреть. Довольно-таки красиво выглядит, конечно. Вот такая кисточка. Сейчас будем смотреть, мажется она, не мажется. Да, вроде все в порядке. Попозже продемонстрируем, как она на самом деле крас, потому что по пальчику тут непонятно, как, что, чего. Видео, значит, сниму попозже, я обязательно сниму, чтобы вы своими глазами видели, как это будет происходить покраска ресниц. Ну, а так, если вас заинтересовало, под видеороликом есть ссылочка, можно пройтись, по ней заказать, можно другие выбрать. А если у этого продавца, именно где мы заказывали, то он более надежный, потому что за товар он ответил, он нам ее отправил. Ну, в принципе, все. Понравился видеоролик, ставьте лайк, а еще лучше подписывайтесь на мой видеоканал. Много что еще интересного покажу. Всего доброго.